Ну, молодец. Ай, потом, когда я найду гриб. Катя, ну пока, зайчик. Давай. Сторожи нам машинку, мы тебе купим мороженое еще раз. Ну, давай. Крючка. Ой, летают эти ос. Пойдем скорее, мне на свое место. Вот в этот лес, давайте. Пойдем в лес, да, влево. Здесь только бывают эти самые. Листья падают. Жеребенок. Красавчик. Привет. Красив. Пойдем-ка. Какие деревья. И как же я бедную согнула жизнь. Вот так вот. Кульчика. Вот такое дерево. Павлик. Во, Павлик здоровый нашел. Я говорю, что здесь под березовики только хотя найти. Посмотрите тоже. Ой, молодец, зайчик. Ну-ка, ищи еще. Режь, давай, я снимать буду, Паш. Да? Сейчас пойдем дальше, там будет много очень грибов. Ну, а крепкий же, а? Да, ну смотри. Плохой выход. Сыровато тут что-то. Что, не видишь? Ай, не видно мне, темно. Ты заслонил все. Я сам не вижу этот березы. А, вон. Господи, прямо рядом. Он такой маленький. Ой, какие хорошие. Скажи. Ну, старый не бери, а так. Вот точно такой же лет, но... Классно. С норкой. С норкой, ну и что, зато съедобный. Чик нашел, и этот маленький. О, какие боровички. Отличные. Красивые. А. Да. О, хороший. Это боровик или подберезовик? Боровик. О, хорошо. Полком. Норвик. Как у дядь Саши? Подосиновик. Да. Красавчик. На одном пятачке столько грибов, глянь. Красавчик. Ой, ой, ой. Это не та поляна, что Тамара вчера целую поляну нашла. Боровик. Павлик молодец. Давай, режь его. Только Павлик оглянулся, и мы с ним одновременно его. Нет, будем напополам есть. Что-то влево повернулся. Будем напополам есть. Чуть ножку отрежь. Именно подосиновик нашли вдвоем, да. А ты тут опять режешь. Ну, я всего два подосиновика. Так, пятого все ищет и ищет, лень. Не ищет, а иду, ты прошла, я... Не, это... я же здесь не шла, я шла в другом месте. Я тут... Ай, подожди, ай, подожди. Ого, сколько. Там раз, два, ножки три. Чуть-чуть обрезать. Чистый? Хорош? Чистый, ножку отрезай туда наполовину. Чистый. О, отлично. Сейчас этих найдет, как ты их. Опять. Молодец. Все молодцы. Здорово. Проводчик, так сказать. Так вот. Теперь мы сюда пришли. Хорошо. Какие красивые мухоморчики. Вот сколько их тут много. Красотенькие-то. А наши по болоту бегают. Может, она идет. Красиво. А мухоморы красивые снимаю. Глянь. Ой, как красиво. Мы здесь! Ой, ты ж лицо мне покажи. Во! Красиво как. Посмотри, как я мухомору тут сняла. А я такой боровичок нашла. Ну, это его еще надо было постараться найти. Это боросинок. Он сидел в открытом месте. Ух ты! Здесь. Здорово, да? Ну, красота маленькие какие. Ой, какой папоротник. Весь высох, сухой. И давно он уже такой сухой. О, прямо мрак. Чуть спичку бросили, что, и все. Уключила. Да, представляешь, ушли в 11, уже полторого. О, ну что-то набрали. Ладно, хорошо. На кого это? А-а-а! Нормально, ты меня докуда видишь? Полностью. Полностью? Ты? Да. Нормально. Да. Даш, выключать? Да, Люда, выключать? Выключай кнопку, нажимай. Догоняй, догоняй. Давай. Давай. Ну-ка, дай-ка я тебе... И ты тут появился? Я 5 штук нашел. Где? На болоте? А? А, ну молодец. Там, Паш, если ползать целый день, то еще пяток найдешь, конечно. Темно как, а? Ну, это, наверное, темно, с краю. Да? С краю. Темно. Мы ему нормально, более-менее. А вот рябеньки, смотрите. Рябеньки, да, хорошие все. О, вкусные, на закуску. Пошли. Я подсветку включил. Ладно. Ой, гриб какой. Скажи. А, ну это такие вот, черт знает какие. Давайте я такой один скушала.
У меня такой один в банке, только не такой, а другой. Не надо ее брать. Все. Твоя пята, нюхай. Ну, кнусь. В воду. Мы тут под березовики тогда находили. Ой, Павлик, молодец. С той стороны, ой, хороший. Смотри-ка, еще они тут бывают, Таш. Угу. Их тут бывает сразу. Не знаю, ты пришла, я сразу почему-то заметил. Ну, надо бы сажать. Ага, синие такие. Синие. На солнце снимать нельзя, но попробуем. Хорошо. Одна вот так. Со сметаной. Ага. Будет вкусно. А? На, ну, там темно, ничего не видно. Лужа. Отдохнем. Поедим. А сейчас солнце закроется, будет хорошо. Ну ладно, пошли в Пашку. Пойдем в этот самый. Хочешь... Ай, зачем туда? Вон там пони, ты снял? Паш, ты пони взял? Снял. Я хорошо сейчас вот. Хорошо? Дай-ка я прыгну. А ты? Ого, как ты высоко прыгаешь. Вообще. Ну ладно, пошли. Ну пошли. Ну давайте, идите. Пойдем, он хочет в один магазин делать.